В Петушинском районе большегруз «ДАФ» буквально в щепки разнес седан Hyundai Solaris. Страшное ДТП произошло на 136-м километре федеральной автодороги М7 «Волга». По предварительной информации, водитель «Соляриса» выскочил на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовиком «ДАФ». Удар был такой силы, что от легковушки практически ничего не осталось. В результате аварии погибли два человека. Движение на данном участке дороги спустя некоторое время было восстановлено. 29-летний водитель автомашины Hyundai Solaris, по предварительной информации, двигаясь в сторону города Владимира, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузным транспортным средством марки DAF. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Hyundai, а также 45-летняя пассажирка той же автомашины, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. На данный момент собран проверочный материал, будет проводиться расследование, причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия, будет установлена степень вины каждого из участников ДТП. Фиксирование места дорожно-транспортного происшествия на данный момент закончено, транспортные средства убраны с проезжей части дороги и движение полностью установлено.